Хочу поделиться советом, который я получил от своего одноклассника, тренера по предназначению Павла Кочкина. Он рекомендовал изменить свое отношение к вещам, и когда вам хочется произнести такую распространенную фразу, как «блин», вот, то рекомендуется вместо нее произносить «вау, супер». Вот, то есть, сталкиваясь с какой-то там неприятностью, с каким-то событием, да, стоит посмотреть на него немножко с другой стороны. Там, я не знаю, допустим, руководитель вам дал там новое задание, там, или какая-то вот произошло какое-то событие, и иногда нужно посмотреть на него не как на что-то негативное, а как на какую-то позитивную вещь, возможность для развития и так далее. И изменив свое отношение к этому событию, вы как бы и измените ваши дальнейшие действия в связи с этим событием. Вот, безусловно, то есть как это Павел объясняет, тем, что ну, большинство событий, именно их ваша оценка связана именно с вашим восприятием. Вот, но здесь он немножко передергивает, действительно есть какие-то абсолютно какие-то негативные или позитивные вещи, да, но большинство действительно вещей, оно позволяет вот такую неоднозначную интерпретацию, поэтому действительно для таких событий, для таких вещей возможно именно влияние вашего личного отношения. Вот, поэтому, когда вам что-то вас возмущает, старайтесь говорить не «блин», «блин», а говорить «вау, супер». И тогда жизнь станет веселее. Особенно весело было, когда я это порекомендовал коллегам, и мой, значит, подчиненный, коллега, такой бренд-менеджер, категорийный менеджер, точнее, такой мужчина, такой специфический, так сказать, говорил, вау, супер, да, как показно, да, стал следовать этому совету, и все смеялись в офисе.